Всем привет. Покажу подоконник в спальне. Фикус буклесорт. Хойка мультифлора. Цветет, вон там бутоны видны. Вот тут. Тут у нее вторая веточка. Так, там вот ряд около окна фикуса у меня стоят. Golden King первый сорт. Вот это вот Twilight с белыми листочками. Красавчик. Так, там букле кудрявый, пестролистный. Это эхеверия. Тут у меня молоча и мили стоят. Такие красавчики зеленые, пока не цветут. Вот еще один. Этот розовый, кстати. Ало-розовый такой. А этот белый, крупноцветковый. Листья крупные у него, и цветы очень крупные, восковые такие, красивые. Там у меня хоя. Кэрри. Листья сердечки такие большие, огромные. Так. Второй ряд. Тут стоят моллюски хлорофиту, фикус, мурайка. Пересаживать надо их весной. Фикус экзотика сорт. Такие зеленые листочки. Так, тут фикус. Вот. Как бы показать его? Не видно. Вон там зеленые пестрые листочки видно немножко. Риджинальд сорт. Ой, господи. Ригидан. Тут полисциаз. Шуфлера, сорт Жанин. Тут у меня антуриум небольшой. Полисас Пиноккио. Красавец, пестренький. Полисас Бальфура. Тоже пестренький красавчик. Тут у меня бутилончик. Красный Белла. Тут фикус Твилайт. Тоже пестренький, беленький. Сверху от бегония. Ампельные махровые. Цветы шикарные. Махровые. Летом цвела все лето. Скоро я ее черенковать буду, пересаживать. Хоя публикалис. Фикус Пумила, ампельный. Церапегия Вуду.
Хои было варигатное. Вот так вот все это выглядит. У меня внизу на полу лимон стоит. Я его нашла на улице года 2-3 назад. Он не плодоносит. Надо его привить. Он большой, в 25-литровом горшке сидит. На видео, может, он смотрится не очень большим, а в жизни он огромный. Листья вообще большие, очень в длину до 20 сантиметров. Красавец. Надо его привить, чтобы он мне лимончики давал. Красавец. Тут у меня гераньки стоят. Ждут весны и пересадки. Вытянулись. У меня тыква зреет. Ну все, пока всем.